3 человека пострадали в результате массового ДТП в центре Астаны. Об этом сообщили в городском департаменте полиции. Авария с участием 4 легковушек произошла сегодня в 2 часа ночи. Сейчас по факту проводится расследование. Стражи порядка просят водителей быть осторожными, соблюдать скорость и дистанцию. 23-летний водитель автомашины BMW, следуя по проспекту Хабанбай-Бадыры, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной марки Nissan. Вследствие удара автомашина BMW по инерции выехала на встречную полосу и столкнулась еще с двумя автомобилями, которые следовали со встречного направления прямо.